Черные клубы дыма переполошили жителей Ленинского района. Увидев возгорание, люди вызвали пожарных. Это кадры свидетели сняли из окна дома по Копейскому шоссе. Промзону одного из предприятий затянуло черным дымом. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на возгорание выехало 4 пожарных расчета. Оказалось, горел мусор. Огнеборцам удалось потушить пламя всего за несколько минут. Никто не пострадал.